Всем привет, ребят! Вы у меня на канале Идрис Чей. Я сегодня буду готовить с подписчицей Лиза шаурму, говядину и курицу. У нас тут находится укроп, соус, курица, говядина, морковка, огурцы, помидоры. И мы сейчас начнем резать всю эту... 5 минут назад. Говядина. Угадай, где я? Я дома. Угадай, с кем я? Я с Лизой. Да с ним. Лаваш. Тонкий. Соус. Майонез. Укроп. Китайская морковка. Морковка. Помидорчики. Мясо, курица. Говядина. Мясо, говядина. Лиза, как тебе вообще всю эту атмосферу? По-домашнему. Неплохо. Перед последним добавим огурчики. У тебя мощное получается. Нормально? Да. С кайфом. Напоследок добавляем соус, кетчуп. Много не поддобавляем, потому что будет очень сочно. И вот так делаем, вот смотрите. Ага. Вот так. Одну сторону. А потом вторую сторону. У тебя, чтобы не упало, чуть-чуть сюда. Угу. Мастер-класс. Сделаем вторую сторону. Потом вот так смотри. Вот так возьмем. И все, вот так крутим. Давай я тебе помогу здесь чуть-чуть. Вот эти, чтобы близко были. И давай сделай это сама. Я держу, чтобы не убегала шаурма. Еще можно, не смотри, еще можно, еще вот так, типа жжешь. К шаурме надо жестко относить. Стоп, 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 здесь. Тут очень много лаваша, ребят, мы сейчас чуть-чуть вырежем. Потому что очень много будет жестким. Близко как я по вкусу шаурму, который ты сам приготовил. По кайфу. По кайфу? Да. Мне тоже по кайфу. Как тебе по вкусу оператор? Розовый. Вкусно. Реально вкусно. Кому понравился такой контент, ребят, поставьте лайк и пишите в комменте. Надо будет еще снимем такие ролики. Всем пока, всех обнял. Вы были у меня на канале. С вами я, Идрис, и Лиза, и оператор, которого вы не видели и не увидите. Всем пока. После всего, как все закончился. Лиз, тебя заставили, да, помыть посуду? Да. Блин, бедная Лиза.